В Чеченской республике в результате масштабной спецоперации уничтожены 12 боевиков. Среди них, по данным МВД России, братья Гакаевы, много лет входившие в число руководителей банд подполья. Эту информацию подтвердили власти республики. По их словам, на совести Гакаевых десятки убитых сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. За причастность к совершению особо тяжких преступлений братья были объявлены в федеральный розыск. Так, в августе 2010-го Гакаевы руководили отрядом, который напал на родовое село главы республики Рамзана Кадырова Цантарой, где в тот момент находился он сам. 7 человек погибли, 24 были ранены. В прошлом году Мещанский суд Москвы по обвинению в подготовке взрывов на территории российской столицы принял решение о заочном аресте боевиков. Кроме того, установлено, что один из братьев ранее подготовил диверсионную группу, которая планировала крупный теракт в чеченской столице и других городах Северного Кавказа. Это самые вот одиозные такие были шайтаны. Я думаю, что это самый лучший результат, что может быть вот 2012-2011 года. И даже просто Басаева там, это лучший результат. И потому что они даже больше убивали, чем Басаева.